Привет! Сегодня на обед у меня было очень вкусное яблоко. Я обычно не очень их люблю, но это меня восхитило не только по виду, аж захотелось зарисовать, но и по вкусу. Рассказываю, слюнки текут. Вроде называлось банановое яблоко, и я с удовольствием его изобразила. Теперь так позитивно себя ощущаю, когда вижу этот рисунок. Я его делала просто расслабившись и не торопясь, наслаждаясь моментом. Приятного просмотра и вдохновения!